Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Я Игорь Волков. На канале Мечта летать. Вы снова в небе. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Я Игорь Волков, и вы снова в небе со мной из канала Мечта летать. И сегодня я хотел вам заснять ролик «Гонки на закате». А гонки это будут, как вы думаете, с кем будем гоняться? Мы будем гоняться собственной тенью. Должно быть достаточно весело, потому что довольно редкие метеоусловия. Ну и как редкие. Дует ветер, он не сильно дует. Вот смотрите, всего лишь 12 км в час стрелка, но прогретый за день склон западной экспозиции. И солнце, которое сейчас светит у нас, ну, соответственно, на западе, создают красивейший эффект, когда мы летаем около склона и можем погоняться с тенью. Сейчас вы увидите, загорится тень на склоне, вот она загорелась. Я максимально прижимаюсь к скале. И вот сейчас отслеживаю расстояние до скалы. Ух ты ж, ё! Сам себя напугал. Я лечу. Естественно, я контролирую ситуацию, я максимально сконцентрирован и, сами понимаете, не хочу с тенью столкнуться, потому что если мы столкнемся с собственной тенью, то это будет, сами знаете что, маленькая бах-бабах. Это нам не надо. Я хотел ролик снять раньше, чуть-чуть опоздал. То есть думал, что будет красивее, будет склон освещен солнцем, будет такой яркий красивый закат. Но, честно говоря, как это, перестарался. И теперь, ну хотя нет, сейчас красивые краски. Вот теперь тень гоняется за нами. Смотрите. Мне сейчас легче лететь. Я максимально близко прижимаюсь к елкам. Смотрите, как будет классно сейчас. Елки будут свистеть мимо нашего крыла. Главное не зацепиться. Склон прекрасно работает, несмотря на слабый ветер. И сейчас, наверное, я попробую еще заснять, высунув руку за борт. Хоть сейчас и холодно. Ю-ху! Но пробуем. Сейчас работают микрофоны, поэтому звук должен писаться. Я максимально прижимаюсь к склону. Ну и кустики побреем. Главное в склон не врезаться. Сближаемся. Сейчас я уменьшаю скорость полета до 120 км в час, потому что, как видите, меня немножко просадило. Но на 120 я опять нахожусь где-то выше склона. Еле-еле душа в теле, ветер. Но это не мешает нам немножечко шалить. Как вы знаете, самое любимое занятие у нас на канале «Мечта летать» – это когда приходит время немножечко пошалить. Ну и смотрите, сейчас я сделаю такой энергичный разворотище. Но у меня рука замерзает, но мы еще пройдемся разочек. Самое главное в этом полете чувствовать расстояние до рельефа. Научиться этому несложно. Нужно просто много практики и не пытаться летать близко к рельефу сразу. Нужно просто какое-то время потренироваться и ближе, но в разумных пределах. Нам же не нужен совсем контент огонь. Если летаешь на высокой скорости, то разворачиваться можно с креном 60 градусов. Вау! Никакой проблемы с этим нет. Заморозил я руку. Но чего не сделаешь ради глубоко уважаемых любителей летных видов спорта. Ну вот, тень. Оп, гоняется. Давайте еще проходик сделаем из кабины.
должна быть слышимость лучше. Как вы видите, вот 19 км в час ветер, сейчас немножко усилился. Но то 12, то 19 скачет. И так можно летать теперь хоть всю ночь. То есть он стабильный, какую-то энергию склон отдает за счет нагрева, отдавал, но уже однозначно он остыл. Поэтому все это вот именно динамическая составляющая. То есть ветер набегает на склон и позволяет нам вот так вот немножечко шалить. Опять я спускаюсь к тени. Где тень? Тень, кыс-кыс-кыс. А, вот она. Кс-кс-кс-кс. Летит с нами. Но видите, недалеко. Честно скажу, недалеко. И ближе даже у меня начинает шевелиться, так сказать, что-то в душе. Сами знаете, где. Не знаю, где у кого душа, но вот. А, видите, тень дальше полетела. Красивые очень краски. Солнце уже почти касается горизонта. Ну, там еще до горизонта ему осталось черти сколько. Ну, мы можем еще немножечко полетать. Ну и давайте, наверное, раз мы с вами встретились в такое непростое время, что вам такого рассказать про работу у склона? У склона достаточно сложно сначала работать, потому что пилот, любой пилот, который летает на равнине, он боится склона. Он видит эту скалу, он понимает, что это вот что-то такое глобальное, страшное и так далее. И очень тяжело расследить расстояние. Вот сейчас видите деревья, размер деревьев немножко нам помогает понять, какое же расстояние до склона. А бывает склон какой-нибудь лысый, без деревьев, без складок местности. И ты подлетаешь, и ты думаешь, ну вот видите, гора на горизонте, Пик-де-Бюр. Вот там совсем страшно бывает. Подлетаешь и не понимаешь расстояние до скал. В этом случае что нужно сделать? Решить, что ну его в баню. Лучше мы перестрахуемся и подумаем, что мы слишком близко к склону, улетим от него подальше. То есть, если уж как-то ошибаться, то всегда в сторону, как вы понимаете, безопасности. Вот. А когда же место такое облетанное, то вы уже, можно вот как я здесь шалю. То есть, так, пожалуйста, не делайте, это не повод. Как бы не учебное видео, типа так надо делать теперь. Это близко к склону, так близко и не нужно. То есть с точки зрения, видите, мы сейчас здесь далеко идем, и нас все равно держит. Поэтому мой подход близко к склону исключительно просто порадовать вас красивыми кадрами. Ну и собственное пилотирование немножечко подтянуть, что называется. Оп. Вот, разворот какой можно делать? Ну, можно там с креном, если скорость есть, градусов 60. Ничего такого особенного. Конечно, все эти развороты на высокой скорости и прочее, они съедают энергию в полете. Но так как видите, мы сейчас. Да, ветер то усиливается, то потухнет, то погаснет. Поэтому он позволяет нам держаться сейчас уверенно, и можно не экономить на, скажем так, на красивых, классных разворотах без потери энергии. Можно как раз, наоборот, хулиганить. Ну, смотрите. Разгон 180. И теперь такая свечка восходящая с разворотом одновременно. Ю-у-у! Пикирование вниз. Ну, вот это вот маленький вечерний шалости. Тебя там не укачивает? Как? Отлично. Нормально? Держишься? Хорошо. А то бывает, друзья, укачивает. И потом, после таких эгегей, люди, конечно. Оп, опять проход поближе. И вот сейчас повыше поднимусь, скорость брошу. Вау! Как это работает? Ну, смотрите, сейчас вот будет разгон. Я разгоняюсь до 200 км в час и иду, можно сказать, скалу мордой. Да? Кажется, сейчас я эту скалу поцелую. А потом делаем так, раз, и скалу перепрыгиваем. Чтобы вы понимали энергетику, планер способен запасать, ну, если я разгонюсь до 280, то потом возьму ручку потом на себя, то будет метров, наверное, 200. А давайте сейчас проверим. Подождите, сейчас к склону вернемся, мы эту энергетику проверим. Делать все равно нечего. Ой. Сейчас я снимаю видео для друзей, которые просят не бросать
снимать видео. Почему это делаю? Потому что мне пишут, что в такое тяжелое время мы приходим, открываем и улыбаемся вам. Поэтому я, наступая на... Я просто стараюсь сделать веселое видео вам, хорошее, позитивное. Хотя это тяжело. Но раз просите, раз это нужно миру, значит, ну что, я могу. Ну что ж, как мы это будем делать? Давайте подумаем. Вот здесь достаточно безопасный участок есть. Давайте засекаем высоту. 1000. А, сначала надо сбросить скорость. Хотя нет. Сейчас мы развернемся все-таки так, чтобы лететь мимо вот этих красивых скал, которые сзади остались. Нам будет можно снизиться на приличную высоту. Так, вот я разворачиваюсь. Скорость у меня будет, например, ну, сейчас безопасная, по склону 120. Скорость у меня 120. Высота, ну, фактически почти 1600 метров. 1580. И вот, смотрите, я начинаю разгон. Начинаем исследование с вами. Итак, у нас растет скорость, падает высота. Разменяли 100 метров. Это 200. И давайте до 250, что ли, разгонимся. Ну вот, 250. Оп. И теперь раз. Вбрасываем. Это и скорость растет. Ну, понятно, что до старой мы высоты не дойдем. Вот на скорости 100 у нас 1400, ну, 1500 метров. 100 метров мы потеряли за счет того, что мы шуровали на высокой скорости. Сопротивление у планера большое. Но вы видите, что очень легко менять энергию скорости на энергию высоты и наоборот. Чтобы нам сейчас выпалить, мы просто придем к склону. То есть мы видим, да, что мы 100 метров потеряли, мы сейчас вот под этим скальником болтаемся. Ничего страшного. Сейчас дойдем. Вот. Я немножко скорость увеличил, потому что, что важно, при сближении скорости со склоном иметь некую скорость, чтобы всегда отвернуть. Мало ли там, вот я выше летал, выше поток есть, а внизу может быть какая-нибудь турбулентность. Все, и вот я параллельно склону позицию занял, ручку на себя, скорость бросил до 120 и спокойненько набираю высоту. Вариометр поет метр в секунду. Скорость ветра 20 км в час. Солнце приближается к горизонту. Опять я вам закат снимаю. Ох, да. Ну что ж, друзья, улыбнитесь и посмотрите, как можно, не используя топливо, в общем-то, используя энергию природы. Мы сегодня целый день летаем. Я взлетел в 12 часов. Сейчас у нас... 6 часов вечера, 7 час уже. И все это. Ну как, чуть-чуть энергии пришлось использовать. Это 2 литра авиационного топлива. Но в целом это, я думаю, не так много за целый день полетов. Вот остается еще какие-то остатки тени даже, посмотрите. Еще солнце не село. Ну и вот мы опять почти восстановили свою высоту после этого нашего эксперимента. Красиво. Я сейчас наберу высоту, попробую еще раз повторить тот же самый эксперимент, только теперь, чтобы относительно крыла и скал видели, насколько планер проседает и насколько он поднимается. Ну что, почти, смотри, солнышко-то наше уже вообще. Сейчас попробуем следующий вариант. Я встану рядом со скалой, буду лететь рядом со скалой, и потом дам ручку от себя, разгонюсь. Вы увидите потерю высоты, как мы идем относительно склона вниз. А потом дам ручку на себя и взмою. Еще я забыл в прошлый раз закрылок переставить со среднего положения на пикирование, на единичку. Вот так будет эффективнее, мы перестанем так энергию терять на высокой скорости. Ну, смотрите, начинаю разгон. Пошел планер вниз. 200. 240. 250, вот уже предупреждает система, что больше нельзя. Высота 1350 метров. И смотрите. Оп. И вы опять выше склона, да? Высота у нас сейчас 1500 метров. То есть сейчас мы потеряли намного меньше, чем в прошлый раз.
Ну, я просто закрыл, переставил, потому что сейчас планер на высокой скорости имеет меньшее сопротивление. На скорости 250 мы, конечно, не летаем. Обычно мы летаем на скорости перехода, если уж хорошая сильная погода, 200-220. А вот такую скорость планер все-таки использует. Почему вообще, в чем разница, на какой скорости лететь? Планер идеально летит на вот такой скорости, как сейчас, с точки зрения аэродинамического качества, там 115 км в час. Мы будем терять там, ну, 0,6-0,8 метров в секунду. Но если хочешь далеко пролететь, далеко слетать, нужно летать быстро. И поэтому находится некое оптимальное состояние планера, когда вроде как скорость снижения нормальная и скорость самого планера высокая. Поляра показывает так, что при 120 будет качество 50, а при скорости 200 качество будет уже, например, 35. То есть качество аэродинамическое падает на высокой скорости, но если погода сильная, то есть мы быстро восстанавливаем высоту в восходящих потоках, то имеет смысл летать на 200. Вот, например, в Африке, когда мы летаем 1000, мы летим на 200 км в час, и средняя скорость получается полета порядка, ну, максимум, что я в своей жизни видел, 170 км в час. Это почти весь полет идет на 220-240, свечки восходящих потоков 5-метровых, иногда гряды. Поэтому очень бывает интересно. Ну что, солнце заходит? Так. Ох. Красиво. Если бы немножко повыше мы были, мы бы увидели, как солнце заходит не за горы, а прям в море, можно сказать. А пока приходится... Ну, давайте, наверное, я, может, подрежу это видео чуть-чуть. Должен я вам закат показать, чтобы вы опять улыбнулись и сказали спасибо, Игорь Владимирович, за позитивную подачу материала. Ну, а что делать? Летаем же. Друзья, продолжаем полеты у склона. Собственно, я провисел 10 минут еще. Батарейки просто не хватило бы с вами болтать. Поэтому вот солнце, текущее положение. Как видите, оно уже нижней частью куда-то воткнулось, какую-то совсем темень. То ли это уже избыточная дымка в атмосфере или еще что-то, но я думаю, за вот этот проход мы как раз солнце посадим. Оп, попробуем. Прижимаюсь опять к склону и перевожу вам камеру. Может, даже открою форточку, чтобы лучше было видно. Шумит сильно, конечно, но зато можно будет немножко увеличить. Я камеру максимально стабилизировал и посмотреть, как сейчас солнце перекатывается через, видишь, там дальше горка, вот она, видите, за горку прячется. Оп, мы волшебники. Ну-ка, с другой стороны выйдет. Вышло, перекатили солнце. Так, я сейчас, если успеем, попробую вам показать закат солнца вручную. Мы это всегда делаем, когда летаем. Закрою форточку. Мы всегда так делаем, когда летаем в волне наверху, высоко. Но сейчас вы этот закат смотрите, когда не волна, а обычные полеты. Нам, собственно, ветер позволил так продержаться. Ну и, в общем-то, вот 12 км в час всего. Но это, видимо, может, прибор врет. Я думаю, километров 15 реально. А, да, 14 в среднем. Вот. И нас вполне себе держит склон. Вы спрашиваете, можно летать ночью? Ну, конечно, можно. Вот прям бери, долетай. Только луну бы какую-нибудь. Ну что, есть еще солнце? Ага, есть солнце, друзья. Ну, смотрите, сейчас будет довольно красивое зрелище. Попробую закатить вам солнце, увеличив скорость. То есть я нырну в нижний слой атмосферы, ну, и это будет достаточно красиво. Сейчас опять форточку открываю. Смотрите, оп. Разгоняюсь. 150, 180, 200. Ю-ху!
Не. Фокус не удался. Это все-таки у нас, когда волна, можно так сделать. Солнце подло спряталось за какую-то горку. Поэтому не получилось, друзья. О, появилось. Но она уже совсем, смотрите, превратилась в какую-то красную морковку такую непонятную. Марья Ивановна, какой airspace? Мы уже на посадку идем. Смотрите, прям вот. Я сейчас разворот сделаю и попробую еще через окно вам кусочек заснять. Такой блин уже, спрятавшийся в атмосферу. Сейчас, видите, грязный такой воздух достаточно. Сегодня очень мощная инверсия висит. И поэтому солнце прям утонуло в этом грязном воздухе. Видите? Так что опять закат такой странненький. Холодно мне, страшно. Так, смотрите, друзья, как красиво солнышко заходит. Сейчас самое время заниматься обсуждением, плоская Земля или нет. Потому что если Земля, извините, плоская, то какие-то механизмы должны наше Солнце заталкивать туда. Так что патрулям двоечников, которые не учили физику в школе. Итак, для тех, кто не учил в школе физику, смотрим на скорость. Скорость у нас сейчас будет 80 км в час минимум. Смотрим на размер нашего Солнца. Вот оно такое. Я сейчас начинаю разгон. Камеры у меня две, поэтому я буду снимать вам скорость как раз. Разгоняемся. Главное, чтобы у меня сейчас не оторвало вот эту нашу хвостовую штуку. Так, ну что, диск Солнца заходит стремительно. Оп, 180. Ну, боюсь, больше 180. 180, держу пока. По идее, должно солнышко сейчас зайти. Ну, просто, грубо говоря, и высоту тут сейчас сливаем. Оп, допели элементы конструкции. Но совершенно четко видно, что солнышко последний лучик сейчас строится. Скрылось. И теперь, оп! Ой, ты ж ее. Сейчас меня как укачает, пишу. Что? Хорошо, не буду. Вэри Перри, смотри, как. Вот за Вэри Перри. Слушай, ну над кранцем просто фантастика, что там творится. Что это? Это Вэри Перри. А, это сильный ветер? Нет, это цвет. А, цвет? Похож? Ну, да, похож. Слушай, я думал, что розовый. Я понял, что ты имеешь в виду. Он вот этот. Он такой фиолетовый. Да. Ну, шикардос, конечно. Полная Вэри Перри. Ну что, а теперь гонка домой. У нас на компьютере префицит высоты 370 метров, поэтому я могу домой долететь на скорости 250 км в час. Смотрите, как планер может шуршать быстренько. Ой, Марья Ивановна ругается, говорит, осторожно, флаттер близко. У меня настроен режим на предупреждение на 250, потому что иногда пилотируешь, раз, и тогда очень важно, когда тебе кто-то сообщает, что Игорь Владимирович, не хулиганьте. Ну вот, 250. Ну, ладно, не 200, вот сейчас 250. Оп, очень трясет. Вот пролетают наши все перелески, места, где я катаюсь на велосипеде. Сверху, конечно, все прекрасно видно. Видите, как недалеко от аэродрома был склон, на котором мы работали. Любимый город Лапати-Монсильон. Оп, ну-ка, что там жена делает в огороде? И Максик. Хе-хе. Наверное, кушать готовят. Будем надеяться. А между тем, друзья, мы приближаемся к аэродрому, он прямо по курсу у нас. Я планирую заходить на... О, маяк, видите, мигает. Я сделаю проход вам сейчас по руслу речки. Красивый. И после этого мы красиво зайдем на посадочку. Все планера уже на парковке.
У кого? Оп. У кого в прицепах, у кого на стоянке. Почему-то все спрятали планера себе в прицепы. Оп. Южный ветер, что ли, потрякивает. Оп. Да, слушай, как-то горы-то трясет сильно. Выполняю разворот, вот аэродром на траверзе. Я опускаюсь к руслу горной речки, чтобы на 250 прогуляться. Видите, как можно это делать. Ю-ху! Ну и теперь вот наш аэродром. И вы думаете, ну как же Волков теперь на него приземлиться? А просто он сделает вот так. Ой! Теперь вывалить шасси. Сэрло Батинди Виктор Даувин Глянин Тусаус. Оп. Ну что, посмотрите, как красиво. Высота у нас, ну, 300 метров, короче, над аэродромом. 720 у нас высота аэродрома. Так, чтоб не мешало. Выпускаю воздушные тормоза. У меня получился длинный, будет заход. Шасси выпустил. Сейчас на более высокой скорости экономлю ваше время. Я сейчас далеко от полосы аэродрома. Выпустил тормоза воздушные. Готовлюсь к выпуску закрылка. Оп. Закрылок на лендинг. Запел закрылок. Ну вот, полоса впереди. Вы никогда обычно... А, ну задняя камера, возможно, работает. Интерцепторы в нормальном положении. Ну, давайте. Пусть снимает. Оп. Сейчас надо чуть-чуть поближе подлететь к полосе, потому что мне надо к ангару подъехать ближе. Я ленивый человек, я не хочу планер тащить. Ветер западный немножечко. Оп. Ну вот сейчас. Висю, 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 не даю коснуться планера, не даю висю уже. Оп. Оп. И на асфальт. Чпунь. И дальше покатились. И проверяем, есть ли гидравлика. Тормоза есть. Но самое неприятное — остаться без тормозов. Ну и теперь мне надо свернуть к ангару. Более сложная комбинация. Я сейчас в ангаре живу. Ну, в смысле, не я, а принцесса. Поэтому я отворачиваю сейчас в сторону ангара. Еду в сторону ангара. И буду сейчас пытаться вправо повернуть, чтобы хвостом развернуться к ангару. И такая змейка у меня получается. Тым-тыры-дым-тыры-дым-тыры-дым-тыры-дым-тыры-дым-тыры-дым-тыры-дым-тыры-дым. Ну, отлично. Фу, зачем такое извращение? Потому что планер лишний раз толкать тяжело. Вот, и поэтому мы так подъехали. Теперь смотрите, видите, мы хвостом его закатим в ангар. Заднее колесо управляемое. Я сейчас открываю ворота и хвостиком чпунь. И закатил. Ну, вот такой полетик. Друзья, что вам еще сказать? Старался как мог. Так что смотрите, улыбайтесь. Я вам обещал, что буду канал вести дальше. Ну, веду, как могу. Не часто, но буду радовать вас видео. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Всего вам доброго.